Приветствую! Это влог Декабрь. В этом выпуске будем заводить мою старую PlayStation 4, которая уже год с чем-то лежала без движения. Посмотрим, что с ней. Я расскажу вам все про нее. Появляется желание комментировать что-нибудь новогоднее. Ставьте оценки, плюсы, минусы, как считаете нужным. И да пребудет с вами новогоднее настроение. Вот вам такую замечательную интеграцию вам новогоднюю. Давайте, заставочку. Пау! Не знал, что в Москву приехали Imagine Dragons. Это у нас тут, представляете, радуга в декабре. Круто. Вот солнышко. А вот здесь за домом радуга. Охренеть. Прикольно, у нас сегодня на улице минус 15. На Яндексе написано, ощущается, как минус 20. То есть сегодня, короче, на улице в Москве просто какой-то дубак. Нереальный. Как, наверное, в Сибири минус 50. Мы сегодня что-то гулять, наверное, не пойдем. Но нас утро почему-то радует радуга. Непонятно, как такое произошло? Зимой? Круто. Радуга, это, конечно, хорошо, но нужно возвращаться к реальности. Надо посуду помыть после завтрака. Оля опять готовит хлебушек. Вообще прям идеально получается. На завтрак? Охрененно. И главное это, дешевле, чем покупной. На самом деле, не очень много компаний дарят на Новый год что-то. Потому что так смотришь что-то в Инстаграме, остальным блогерам привозят. А мне вот только Oppo что-то прислали. Позвонили тут несколько дней назад, сказали, мне, кстати, классно подходит, смотри, к носкам. Сказали, Илья, давайте мы вам пришлем подарок новогодний, давайте. Здесь что-то тяжеленькое, квадратное. Давайте откроем, посмотрим. Спасибо, опа. Это оказалась книжка «Русские пословицы и поговорки в картинках». Ну, к примеру, «Русь не играет в хоккей», где использовалось в переводе. Тёмка будет смотреть. Тём, держи. Посмотришь картиночки? У нас Тёмка продолжаются игры в Лего. Строим высокие-высокие дома. Я уже не представляю, когда у нас появится Лего обычные. Вот это вот дупло. То есть здесь увеличенные кусочки, но со мной из них можно построить что угодно. Там всяких животных много. Давай покажем, что там у тебя утка. О, утка, кря-кря. Да, сегодня у Тёмки плохое настроение. А когда появится нормальный Лего, ух, пипец. Тут, наверное, все будет заставлено Лего. Это будет круто. Надо будет мое Лего с этой сдачи привезти. У меня там его очень много. В этом загашнике лежит со старых наборов. А новые, ой, там Звездные войны будут. Круто. О, смотри, как мило. Дорогой Илья, желаем позитивных событий, ярких открытий и успешных проектов в наступающем году. Команда Oppo. Спасибо большое. У меня, короче, окончательно сломалась подсветка за монитором. Она вообще просто на блок питания меняешь, не реагирует. Здесь все работает. Видимо, я когда разбирал там все провода, может, сильно потащил. Я сейчас уже вот этот блок разобрал, который сам управление. Вот так вот он выглядит. Фокус, пожалуйста. Фокус нам сделайте. Давай вот так увеличим. Короче, блок управления. Не знаю, может, коннекторы какие-то отсоединили. Сейчас вот разобрал. Вот это, конечно, отсюда выпало. Но, скорее всего, немножко потянуло. И, видите, может, отсюда выпало. Сейчас проверим. Все ли настолько плохо? Ну, еще у меня один, короче, есть запасной. Помните, который у меня под потолком висел в новом доме? Но он какой-то хреновый был, очень часто терял Wi-Fi. Вот. Весь секрет. Практически Arduino, да? Вот она, правда, жизни. Супер-мега-подсветка за монитором сломалась. Блин, подсветка за 100 баксов. О, достал. Подсветка за 100 баксов. Охренеть. Сломалось. Окей, ладно, попробую привести с этой сдачи вот этот блок. Может, повешу, нормально будет работать. Потому что блок менял, ничего не помогает. А здесь... Тём, хватит стучать, пожалуйста. Ремонтник мой. Чё ты мне стол-то он поцарапал? Нормально вообще? Нельзя так делать. Вот эта вот хрень сломалась. Вот наглядный пример того, когда ты живешь с маленьким ребенком. Он, короче, пошел спать и... Папа, давай все это дело убирай, чтобы здесь можно было хотя бы ходить. Ну окей, давай убирать. На самом деле, очень мне печально. Я не понимаю, что там такое сломалось, потому что это все произошло после ровно того, как я разобрал рабочее место, собрал все обратно. Проблема не в блоке питания. Я вообще эти провода не трогал. Они просто здесь вот подходят к подсветке, идут за стенкой и выходят вот здесь вот провод вниз. Все. Блок питания поменял, ничего не работает. Этот блок, там тоже все цело, все, ничего там не выгорело.
Непонятно. Сейчас буду проводить розыгрыш на этот Xiaomi Mi 8 Lite для людей, которые оформили спонсорскую подписку. Я, как уже говорил, каждый месяц разыгрываем ценные призы. Итак, сейчас буду записывать видео и уже выкладывать в закрытом сообществе. Да, так что если вы участник моей спонсорской подписки, такая клавиша внизу видео есть, там написано «спонсировать», то имейте в виду, сейчас проходит розыгрыш. Идите в сообщество и там читайте. Хотя, блин, когда выкладываешь в сообщество, там сразу всем сразу прилетают уведомления на телефон. Обновил себе заставочку на рабочем столе. Прикольно, да? Когда у тебя значки и сразу анимированная заставочка. Здесь у меня 8-битная какая-то хрень. Короче, город 8-битный. Блин, без подсветки смотрится вообще отстойно. Придется пока так делать, потому что не работает ни хрена. Либо провести USB-шную обычную подсветку от телека. Пипец. Прям, ну, не играет рабочее место красками. Ну ладно, всякое бывает. Я тут собрал стол. Сейчас хочу записать какой-нибудь видос про клавиатуру и Razer. Вот у меня они что-то завалялись. Нужно с ними разделаться. Так, во-первых, что мы сегодня делаем-то? Я сегодня хочу оживить свой PlayStation. Я ее не включал год с чем-то, наверное. Если не больше. Это та легендарная PlayStation 4, которую мне еще супруга подарила. Ух, когда это было-то? Года 3 или 4 назад. Ну, где-то примерно так. Я ее полностью разбирал. Даже видос есть на канале. Полностью вообще разбирал. Все продувал, все, хотел сказать, менял. Нет, короче, полностью обслуживал. Термопасту новую покупал. Все, короче, сделал. Все шикарно. Вот, теперь хочу ее оживить, чтобы понять, что с ней делать дальше. Ну и плюс у меня есть контроллер. Новый тоже от Razer. Собираюсь потом как раз его испытать на этот самый PlayStation. Ну, что, тут все просто. Питание от Xbox подходит, HDMI подходит. Засовываем сюда вместо Xbox и подрубаем. Ну вот, что хорошо, Xbox этот X, он черного цвета, вообще его не видно, да? А PlayStation вот это вот белое у меня. Ну, в свое время была бомба. Сколько я, блин, на ней погонял, это пипец. Особенно Battlefront 1. Вообще шикарно был. Это был уровень задрот, реально. Как сейчас уровень задрот на ПК, я, правда, пересел. А был на PlayStation. Мне кажется, до сих пор остается очень даже желанным, не знаю, аксессуаром, гаджетом в доме. Прям, но реально, вот тебе компьютер, все для игрушек, ничего больше не надо. Хотя сейчас еще есть версия Slim. Ну, конечно, она не такая маленькая. Поменьше, поудобнее. Это, блин, тяжелая какая-то. Сама по себе. Ну, вообще, это, конечно, миниатюрная. Круто, что ты ее взял с собой, везде можешь поиграть. Ладно, давайте подрубаем. Помните, еще в свое время на канале заказывал с Алиэкспресса такие вот наклейки, обклеивал саму консоль и геймпады. Вот это, на самом деле, единственная наклейка, которая держится нормально. Ну, DualShock по-любому разряжен. Ну да, по-любому, потому что он год с чем-то. Давай его воткнем, подзарядим. Самый лучший провод, который у меня когда-либо был, короче, идет от USB. Вот, и на конце здесь есть и micro-USB, и Lightning, и Type-C. Все, вот это просто must-have. Это просто офигенно. Не нужно никаких трех проводов. Один провод на все. Вот это реально офигенно. Такие вот только заказывайте. Ого, сейчас представляю, сколько там обновлений будет. Единственное, что меня бесило сюда в PlayStation, я вот, короче, сажусь вечером, хочу поиграть, притом играю практически, ну, там, может, 2-3 раза в неделю. Сажусь поиграть, и на тебе обновление. То есть поиграть в онлайн, например, там, в игрушку ты не можешь, потому что тебе нужно обновить систему. Ты обновляешь систему. Потом тебе нужно там еще обновить, к примеру, игрушку. Иной раз выходило так очень часто, что, как бы, знаешь, там 10 минут ждешь, 15, потом уже все, играть перехотелось, и нафиг это нужно. Как бы с такими обновлениями было геморройно. Ну, по-моему, все решалось этими обновлениями, когда, типа, консоль выключена. Но я почему-то ими не пользовался. Не знаю. Ладно. Короче, он включился, он загорелся. Ну-ка. О, он даже пикнуло. Ну, конечно, все работает. Оп, вот так интереснее выглядит. Синяя полосочка на белом. Ну-ка, обнаружение устройства. Отлично, сейчас у меня телек ее сам обнаружит. Дайте мне подсветку. Кто забрал у меня подсветку? Ой-ей, PlayStation. Прикольно, что телек ее автоматически умеет определять. То есть он знает, что такое Xbox, что такое PlayStation. Притом я ему как бы это не говорил, это сам.
не удалось подключиться к сети. Конечно, потому что Wi-Fi сетка-то новая, наверное, за год уже заработала. Давайте сделаем потише немножко. Так, Марис, потише. У меня, кстати, тут идея возникла. У нас сейчас телека-то нету. Вот эта дыра, на самом деле, меня напрягает. Всем привет в отражении. Я думаю, может, это на Новый год-то повесить телек туда, а сюда, может, это какой-нибудь монитор просмотреть. Ну, тоже, конечно, не маленький, потому что все-таки 27 дюймов маловат. Маловат для такого места. Хотя, блин, телек прикольно смотрится. Не знаю, что делать. Потому что либо телек, в любом случае, надо покупать. Потому что так, чтобы ждать, чтобы когда-нибудь, типа, знаешь, на обзор дали, оставили. Только какой-нибудь такой китайский только так дают. Это я, кстати, сам покупал. Я сам покупал, по-моему, за 33 или за 32 тысячи рублей. Либо туда покупать дюймов 50, чтобы он влез. Именно вот сюда вот. Ну, я мерил, 50 дюймов влезает. Здесь раньше 48 висел. Либо вот этот 43, или, я не помню, не, 40. Повесить туда, а сюда какой-нибудь моник купить. Стоит задуматься, надо посмотреть. Блин, ну моники тоже дорого стоят. Хотя бы, и вот это не покупал. Блин, 70 тысяч монитор стоит. 70! Ну круто, что он мне достался бесплатно от Asus. Спасибо большое, Asus. Вот и пользуюсь. Охрененный монитор для игр. Ну маленький, маленький. Ну что и следовало ожидать. Конечно, загрузка всяких обновлений. Главное, чтобы он устанавливал самую последнюю версию, а не все по очереди. Надеюсь, такого не будет. Там еще можно сразу понять, насколько все актуально. Значит, PES 2016, FIFA 2017 года и первый Battlefront. Вот. Консоль тех времен. Но тех пор не включал, как бы не было необходимости. Играем на компе и на Xbox сейчас. Вошел в свой аккаунт. А что это уже Человек-паук так по скидкам стоит? Ничего себе, в два раза дешевле. Прикольно, 2300. Ну, эксклюзивчик, что? Не знаю, сейчас, конечно, нет смысла покупать, потому что мне Red Dead Redemption еще проходить. Need for Speed. Блин, вот эти тоже вся выпускают. Need for Speed потом всегда просто сливают. Никому не нужны. Destiny. Конечно, как всегда. Fallout 76. У меня, кстати, на комп куплен, я его еще так и еще не активировал. Assassin's Creed Odyssey, не знаю, вообще мне не нравится. Понятно, понятно. Проверили, что как. Будем продолжать играть на компе. Но, скорее всего, знаете, что я во что здесь смогу поиграть через некоторое время? Меня в свое время прям вперла игрушка. Это Alien Isolation. Это прям вообще, это прям, я считаю, это шедевр. Графа там просто отменная. На компе играть, наверное, прикольно. Хотя, не знаю, на компе она есть или нет. Я ее играл в нее на PlayStation. И при помощи вот этой вот штуки у тебя вот реально погружение в игру такое охренительное. То есть, когда ты вот отсюда, из этого динамика, слышишь как раз это самое пищание, играешь в полной темноте, и, блин, это вставляет. То есть, как в GTA-шке, к примеру, здесь тоже у тебя раздаются всякие звуки из джойстика. Это прям, это много стоит. PlayStation, это прям, вот красавцы. Alien Isolation. Я ее как один раз прошел, она у меня осталась внутри, в душе. И я тогда еще понял, что через какое-то время я готов в нее переиграть. Потому что настолько сделал прикольную игрушку, и совместно с Сонькой, ну, вот это вот как раз звуки из джойстика прям вообще потрясающе. Вот. И буду сейчас, наверное, играть вот на этой штуке, потому что, ну, протестировать ее надо. Это, короче, геймпад от Razer, называется Raiju Ultimate, специально для PlayStation 4 сделан. Но он проводной должен быть, по идее. Ну да, провод есть. А, нет, здесь, смотрите, можно и по Bluetooth, а можно и по проводу. Я в скором будущем выпущу у себя на канале видео про это. Здесь дополнительные клавиши у нее есть, тоже все подсвечивается, все как надо. Это тоже какое-то, по-моему, недешевое удовольствие. Сейчас еще посмотрю, сколько стоит. Ну, из удобного это реально вот здесь вот клавиши снизу, когда их нажимаешь, все. Посмотрим, насколько это все удобно. Потому что расположение, в принципе, такое же, как на DualShock. Одинаковое. Ну, вот они. Эти джойстики. Крестовина. Посмотрим, посмотрим. Вот, и две клавиатуры, которые сейчас... Мне кажется, на них сейчас реклама идет в интернете или нет. Они у меня уже давно лежат. Я что-то тогда до них не дойду. Сейчас запишу один ролик и сразу, наверное, на две клавиатуры распакуем. Посмотрим, расскажу, что там. Свое мнение.
такая же шумная, как у меня Black Widow Elite на даче. Ночью совершенно нереально на втором этаже что-то там печатать, потому что на весь дом ба-ба-ба-ба-ба, это механика. Вот даже, ну, Корсар не так делает, конечно. Телефон горит. Прикольный эффект, да? Закончил дербанить клавиатуры. Ну, блин, разница такая у них. Получилось все-таки клавиатуру там за 5600 и за 13 тысяч рублей. Разница большая, но вот по переключателям мне понравилось, которое подешевле. Ну, я ролик, не знаю, уже выложил, не выложил. Может, вчера я уже смонтировал, или точнее сегодня. Посмотрим, как пойдет. Все, моя съемочная эта команда в лице меня закончила свою работу. Сейчас только отдельно поснимаю. Футаж называется. Я тут фотик упал, я его для перевеса использовал. Но приземлился мне на ногу. Сейчас надо его обратно положить. Вот. Сейчас поснимаю на вот этот Panasonic. Уже, ну, кадры так поближе. Клавиатура там всякие облеты, перелеты. Ну, так, конечно, не особо красиво, потому что это самое никому не нужно. Ну, чтобы было информативно, хотя бы чтобы просмотреть клавиатуру можно было. Уже сегодня вечером попробую поиграть в PlayStation, попробовать вот этот самый геймпад и расскажу вам. Клавиатуру даже не стал тестировать, потому что, ну, блин, смысл в них играть все равно. Я приверженец того, что если ты человек, ну, профессионально занимаешься геймингом, то ты можешь и на клавиатуре и за 200 рублей играть. Как бы, что здесь оно? Нажатие там нескольких клавиш и говорить, да, вот здесь вот на 1/100 миллионную там долю секунды лучше срабатывание. Это громкое, это тихое, это дороже в два раза, это дешевле в два раза. Здесь металл, здесь пластмасса. Вот он весь обзор. Давайте я вам ссылку на этот обзор кину в описании. Ну, поддержите меня хоть просмотрами, а то понятное дело, что когда видосы, ну, про отдельную технику загружаешь, они не такие популярные, как влоги, потому что, ну да, это обзор на технику. Кому интересно смотреть про клавиатуры. Ну, поддержите меня, чтобы этот хотя бы видос с этими просмотрами не выделялся, а то на влоге там 40-50 тысяч просмотров, а на этих, блин, там 10 тысяч. Перейдите, посмотрите, хотя бы запустите и выходите, и все. Так, чтобы просто красиво на канале смотрелось. Ну, извините, что попросил, но зато правда. Сам такой взял телефон, включил ютубчик. 38 попугаев. Ну, дела. Сейчас один мультик посмотрим, все, вырубаем. Тюбань, вообще-то это вот не вам собрали шалас. Чего вы там делаете? Я смотрю, кстати, мои розовые носки входят в тренды ютуба. Всем нравится. Прикольная штука, да? Меня тут ребята выгоняют из дома. Вон вещи все мои выкинули. Да ладно, я шучу. Это нам нужно просто кое-что выкинуть. Вот это выкинуть, просто положить на помойку. А это мы на даче с собой повезем. Здоровенные штуки для мытья посуды, там, мыло и так далее. Но выглядит так, что это... Меня выгоняют из дома. Бань, тебя кто-нибудь выгоняет из дома? Нет, никто никого не выгоняет. Вышли вечером прогуляться по морозику. Нормально так. Минус 15 чувствуется. Что-то холодно очень. Тёмка вообще в трех комбинезонах. Вернулись домой. Фух, прям реально замерзло. Сегодня, кстати, вот чё. Сегодня тренировку я пропускаю. Знаете почему? Потому что вчера я почувствовал, что у меня болит горло. Вчера начал брызгать все. Сегодня такое, ну, состояние продолжилось, и поэтому я не хочу напрягать прям настолько свой организм. Я, конечно, понимаю, что там все дело инсенити, но такие случаи бывают. Посмотрим, как завтра. Сегодня со мной такой кардиорекавери. Понятное дело, что оно какое-то место имеет, оно на 30-минутное. Вроде там не особо напрягаешься. Посмотрю завтра, смогу заниматься, не смогу, потому что так-то, да, немножко болит. Но когда начинаешь заниматься, то у тебя как бы ты же горлом дышишь, и какое-то неприятное ощущение там внутри появляется. Я вчера уже занимался с больным горлом практически, но что-то сегодня, короче, я сегодня пропускаю нахрен. Что там, что не получается? Сейчас помогу. Офигенный просто заставка. Хочу всем сказать спасибо, что досмотрели. Ждите завтрашнего влога. С вами был я. До новых встреч. Пока.